Итоги уходящей пятницы подводят наши корреспонденты и я, Мария Бересневич. Смотрите сейчас. Покупательская корзина. Парламентарии продолжают мониторить стоимость на продукты питания. Свекла, морковь и лук. Здесь они дешевле даже на порядок. На что не должна завышаться цена? Пока смерть не разлучит. В Бобруйске очередная бытовая ссора закончилась поножовщиной. Госпитализировали мужчину в бессознательном состоянии в больницу. Так зла любовь или алкоголь? Песня «Солдатская моя». На главной сцене города прошел концерт, посвященный 77-летию Великой Победы. Конечно, оркестр МВД – это шедевр. Как это было? А также финансовый вопрос, черное золото и апрельский дождь. На субботу объявлен оранжевый уровень опасности, когда зонт сменят солнечные очки. Финансовый вопрос. Президент провел совещание по бюджетной политике. Зарплаты, доходы населения и результаты работы экономики – главные темы, которые прозвучали во Дворце независимости. Глава профильного ведомства привел цифры, по итогам которых в первом квартале республиканский бюджет исполняется по плану, несмотря на санкционное давление. Главное – это экономика. Если рухнет экономика, никому никакой курс не нужен будет, и инфляция, и дефляция и так далее. Поэтому мне очень часто и руководитель нашего антисанкционного комитета об этом говорит, и премьер-министр. Но понимая, что всегда были противоречия между Национальным банком и правительством, это были, есть, они и будут. Но тем не менее надо найти ту составляющую, чтобы не страдала экономика. И делать все для того, чтобы экономика работала. Александр Лукашенко подчеркнул, приоритет не меняется – зарплаты и пенсии. За три месяца этого года в бюджет поступило 6 миллиардов 700 тысяч рублей. Это больше, чем за аналогичный период 2021-го. И в целом тенденция по наполнению казны позитивная. От любви до ненависти. В Бобруйске многодетная мама убила своего мужа. Женщина ушла на работу в кафе-клуб. После смены коллеги организовали корпоратив. Домой местная жительница вернулась в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина начал возмущаться. Во время ссоры горожанка схватила кухонный нож и ударила супруга в грудь. Поняв, что произошло, женщина вызвала скорую помощь. Прибывшие медики госпитализировали мужчину в бессознательном состоянии в больницу. Однако на следующий день он там скончался. Возбуждено уголовное дело. Женщина заключена под стражу. Она несудимо воспитывает троих детей, младшему 4. В момент конфликта они находились дома. Не допустить необоснованного подорожания. В Беларуси продолжаются мониторинги парламентариев. Каждый день десятки точек во всех областях. У покупателей должен быть выбор товара по приемлемой цене. Это относится и к продуктам, и к медикаментам. С подробностями Карина Гуревич. В торговый центр на Горького парламентарии отправляются со списком продуктов, но не за покупками. Смотрят цены на социально значимые товары. Проверяют то, что в приоритете у бобруйчан – молочку, крупы и овощи. Всего 15 позиций. Ажиотажа в магазине нет. Раз в неделю здесь проводят акции выходного дня. Наблюдается хорошая тенденция, что ряд товаров, входящих в ассортиментный перечень социально значимых товаров, например, это свекла, морковь и лук, здесь они дешевле даже на порядок, чем допустимая цена, установленная постановлением. А это уже аптека на Интернациональной. Мониторинг касается и медикаментов. В сети фармация цены должны быть заморожены на 46 лекарств. В наличии все позиции, нарушений нет. Широкий ассортимент и других препаратов. По многим позициям не поднимались цены относительно и прошлого месяца. Там, где по отдельным цена увеличилась, она согласно требованию постановления не более чем 1,2%. В целом ситуация стабильная. Сети ведут себя добросовестно и применяют торговые надбавки в рамках закона. Необходимости запасаться препаратами нет, склады переполнены. Это касается как белорусских, так и импортных лекарств. Азитромицин Фармленд – медикамент белорусско-голландского предприятия. Стоимость 19 рублей 10 копеек. Производитель держит цену уже несколько лет. Препарат входит в протокол лечения COVID-19. Если в результате мониторингов нарушения все же выявляются, информация об этом передается в Министерство антимонопольного регулирования и торговли. Там уже решается вопрос о мерах реагирования. Главное – не допустить необоснованного роста цен. Карина Гуревич, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.
Совместный проект «Нефтяные залежи» и «Победная весна». Ветераны Великой Отечественной получат единовременную материальную помощь к 9 мая. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Ко Дню Победы ветераны Великой Отечественной, обладатели военных наград, узники концлагерей и некоторые другие категории граждан получат единовременную материальную помощь. Максимальная сумма – 1800 рублей. Выплаты будут производиться с 25 апреля по 6 мая. Белгоспищепром нарастил производство продукции почти на 15%. Стали больше выпускать растительного масла, маргарина, майонеза и детского питания. Экспорт за 2 месяца превысил 50 миллионов долларов. Основной покупатель – Россия. Удалось также увеличить поставки в Германию, Венгрию, Эстонию, Литву и Латвию. В Беларуси открыты новые нефтяные залежи. По оценке геологов, ресурсная база углеводородов в нескольких зонах Припятского прогиба в сумме превышает 6 миллионов тонн. Речь про Брагинский, Хонинский, Речицкий и Жлобинский районы. В 2021-м «Беларусьнефть» вела добычу черного золота и газа на 64 месторождениях. Началась подготовка белорусско-российского проекта «Поезд памяти». Масштаб внушительный. Более 200 активистов из союзного государства отправятся в двухнедельное путешествие по обеим странам. Остановки в 14 городах. Старт в Бресте в ночь на 22 июня. На субботу синоптики объявили оранжевый уровень опасности. Сильные дожди ожидаются по всей республике утром и днем. Прогнозируется слабый туман, ветер умеренный, однако в отдельных районах порывы достигнут 14 метров в секунду. Светлое время суток будет от 8 до 14 тепла. От фолк-рока до народных хитов. В Бобруйске прошел концерт заслуженных коллективов внутренних войск МВД. Довоенный вальс, кукушка и сады цветут. Репертуар подобран не случайно. Выступления посвятили году исторической памяти и 77-летию Великой Победы. Кавер-версию оценила Ольга Васенда. Мажорными аккордами звучит увертюра к оперетте «Легкая кавалерия». Исполняет композицию образцово-показательный оркестр внутренних войск МВД Беларуси. Ритм задает главный военный дирижер и по совместительству художественный руководитель. Мы сами режиссируем свои концерты и стараемся, чтобы была динамика, чтобы, так сказать, охватить все. И, говоря простым таким языком, чтобы все-таки каждого человека от ветерана до молодых ребят, это что-то шевельнулось внутри. На сцене Дворца искусств выступает также ансамбль песни и танца. В репертуаре 16 номеров. От мировой классики до фолк-рока. Здесь же кавер-версия популярной «Кукушки». В программе и народные хиты в современном звучании. Песня «Солдатская моя», «Калинка», «Сады цветут». Тематика композиции выбрана не случайно. Концерт посвящен году исторической памяти и 77-летию Великой Победы. Я не ожидала настолько, что вот музыка может, современная музыка, перекликаться с музыкой, которую в прошлые годы, да, родители наши слушали. Концерт, конечно, оставил неизгладимое впечатление. С коллегой присутствовали, мы в восторге. Надо всем знать историю, передавать ее из поколения в поколение. Очень хороший концерт. Очень-очень довольны, что побывали на таком концерте. Конечно, оркестр МВД – это шедевр. Гастрольный тур заслуженных коллективов продолжается. Бобруйск в списке 3-й по счету. Музыканты планируют посетить все областные города Беларуси. Следующим довоенный вальс прозвучит в Могилеве. Ольга Васенда, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360. В ожидании пасхального чуда в субботу в бобруйских храмах начнутся богослужения. В Никольском кафедральном соборе осветить куличи можно будет с 12 дня до 8 вечера. В воскресенье в полночь здесь пройдет божественная литургия. Ждать в эти дни прихожан будут еще 11 храмов города. Подробное расписание на сайте Бобруйской епархии. Освящение куличей и яиц в нашем храме будет происходить в субботу с 8 до 15 часов дня. В ночную службу, по окончании службы, до 3 часов утра. Страстная пятница – самый скорбный день церковного календаря, когда принято вспоминать страдания и смерть Христа. Пост становится особенно строгим. Нельзя ничего, кроме воды и хлеба. Затем следует Великая Суббота. В храме гроба Господня в Иерусалиме все ждут главного таинства – схождения благодатного огня. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо!